2. Лайнс победили и все, в общем-то. Все четвертьфиналы. Ну, последний наш 15-15, единственный матч, где еще не сыграна первая карта. Мы ждем допов. Нави перекуривают. Кирешнет, видимо, готовы уже. Ну и посмотрим. Кирешнет будут в атаке. Вернее, в защите. Нави в атаке. Так что ждем. Ждем допов. Я не знаю, какая система будет. То ли 3 раунда, то ли 5. По-моему, должно быть 3 раунда по 16 тысяч. Если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим. Ну, а вот они рестарты. Все, смотрим за допами. Четвертьфинал Асуса. Керченет Нави. Раскидывает тап игроки Нави. Бондик за плентом слепой. Бондик принимает первого. Бондик спрейт второго. Пока не умираю. Ох, Бондика убили. Шара разменял. Ситуация 4 в 3. Шара делает еще один минус. Зададится АВП в девятке. Вот. Такой неожиданный расклад. Ну и что? Нави остается 2 в 4. Маркелов делает ситуацию 2 в 3. Марик сейчас будет прошивать. Прошивать будет Z1 и может попасть ему в жбан. Ну что, времени 50 секунд, времени много. Единственная проблема команды Natus Vincere, что плент выпал вот тут вот. Старикс убивает шару 2 в 2. Мажет Z1. Блейд убивает Старикса и Маркелов 1 против 2. Маркелов простреливает и, по-моему, попадает в мясо. 16 хп у Марика и Z1 убивает. Убивает. Первый раунд за командой Киричнет 16-15. Ну что, Нави домой пишут, да? Нет. Ну что, первый раунд за Киричнет. Не знаю, сколько тут. 3-5 раундов. Сейчас увидим. Сейчас увидим, сколько будет сыграно. Судя по всему, 3, раз Z1 берет Дигл, да. По-моему, 3 раунда играют. Насколько я понял. Ох, крутой слепой. Убивает крутого, делает это Эдвард. Минус от Шары. Шара, по-моему, бомбу выбил. Нет, то не бомба, то граната лежала. Минус еще от Бондика. Z1 не видит дыму. Увидел, но уже поздно. Пробежал игрок Нави. Минус еще от Бондика. Убивают Шару. Ситуация 3 в 2 в большинстве. Кирчнет. Но Z1 с Авиком не очень удачно. Хотя посмотрим. Рома уходит смотреть ап. Старик не спешит занимать плент. Ну, смотрите, сейчас может быть тайминг очень серьезный, если Старикс... Ох, Маркелов приконтролил Бондика. Ну, о, Блейд делает минус, убивает Маркелова. И знает Блейд, где Старикс. Ну и смотрим, один в один. Но два бывших тиммейта, которые играли за гейминг, выигрывали. Брали призовые места. И Старикс берет верх над Блейдом. 18 хп остался у Сережи. И сейчас становится 16-16. Ну что ж, Старикс сейчас вернул должок Блейду. В прошлом раунде Блейд хорошо сыграл. Сейчас сыграл хорошо Старикс. И сейчас становится 16-16. Что там у нас Бондик? 3 фрага плюс те 18, того 21 уже. А, нет, 19 там было. А вот 21. Минус от Бондика. Минус от Марика. 4 в 4 ситуации. Смотрим. Нави вчетвером на нуле. Бондик. На апе один бондик, крутой, с Блейдом налево. Z1 в одиночестве в ангаре. Ну, Нави пока не спешат. Бегает по мидлу. Вот бондик одного подсек таки. Ну, успел убежать. Что самое главное, дал минус, убежал. Ситуация становится 4 в 3 в большинстве команды Kirchnet. Но теперь нужно только не растерять все это свое большинство.
Но она, в свою очередь, нужно где-то разменяться с плюсом. Идут налево, там один блейд на хелпе, и это не самый плохой вариант, это самый оптимальный даже. Для команды Натус Винцера дают полностью рампы. Дают рампы, флешит Сенни на ап. И пошел выход налево. Сеня фейкует. Ну, теперь смотрим на Куртова. Или под девятку где пошел выход. Да, пошел выход под девятку. Блэйд делает минус один. Эдвард разменивает. Минус от Сенни. 4 секунды до конца. 3. Ставится бомба. Крутой пытается прошить и... Не успевает. Нет, Боб плентед. Успели поставить, но Бондик дает 2 фрага. И... Это 17 раунд для команды Киричнет. Я же думал, не успеют. Да, по 3 раунда играют. Вы видите, крутой. Самоуничтожился. Ну что, 2-1 в пользу Киричнета. И для этого Киричнет нужно взять 2 раунда из 3. Для того, чтобы выиграть первую карту. Хорош Бондик, да. Я думал, что уже не успели поставить бомбу. На последней секунде Старик таки сумел это сделать. Сколько Бондик еще дал? 2. Итого 23, да? По-моему. Ну, возьми 23. Ай-яй-яй. Ладно, смотрим. Киричнет в атаке. Посмотрим, чем атака пока ничем не отличается. Все то же самое халдят. Нави единственным сделали упор опять налево. Двое игроков и один, по-моему, близко на хелпе. Нет, Зевс на апе. Зевс на апе, Сеня там же. И Маркелов один в ангаре. Интересно, Маркелов с авиком или нет? Хочу посмотреть. Да, Маркелов с АВП играет. Вот не брал он в основной. В основное время не брал. Авик, ох, как просто сейчас... В лицо дали Маркелову, тут просто можно было рыгануть. Честное слово, Маркелов таки убивает Шару, саму 2 хп осталось. Ну, не повезло немножко Шаре. Не повезло сегодня, повезет завтра. А Зевс убивает Бондика, вот совсем что-то пока не везет Киричнет. Блэйд минусует Старикса на подсадке, Блэйд минус Эдвард. Ситуация 3 в 3 становится. Уходят сразу же вниз игроки Киричнет. Крутой делает минус, убивает вентиляции. И Маркелов в стене остаются вдвоем против троих. Ой-ой-ой, миссия impossible. Минус от Ромы. Рома вот на подсечке сработал грамотно. И остается Маркелов с 2 хп. Со своим авиком. Ну, вообще, ну, шансов 0. Просто 0. Не попал Марик. Перепугались. Испугались друг друга игроки Киричнет. Ну и Блэйд минусует еще и Маркелова. 18 раунд для Киричнета. У них есть 2 матчпоинта. 2 матчпоинта у Кнет. И посмотрим. Минус от Бондика и... Что, всего 4 фрага осталось до победы. 4 в 5 в большинстве. Крутой, это уже куда пробрался. По-моему, тут его не ждут. Сеня спина к спине стоят. Очень опасно. И сейчас Сеня, по-моему... Ой-ой-ой, они... Тут сейчас будет просто тайминг, кому больше повезет. В этой ситуации смотрим Старикс на рампах. Готов принимать, но Киричнет, видимо, готов все-таки выход на плен. Да нет. Смотрит в сторону Б. Сеня убивает таки круто. Вот не повезло Руслану. О, промахивается с АВП Маркелов. Стоит Дигл. Убивает. Минус от Старикса. Ой-ой-ой. Шара один воюет. Уходит выход от Ромы на плен. Тут Зевс справляется. И 28 секунд до конца. Шара один против троих. Сейчас может убить Зевса. Интересно, дочекает его до конца? И Зевс. Зевс так стоит в упоре. Увидел. Шара минус Зевс. Ставится бомба. Ну и посмотрим. Маркелов пытается прострелить. Сеня пойдет с девятки. Ждут Марика. Марик тоже вдвоем пойдут с девятки. Ну что, Шары тут просто джекпот сейчас.
Минус один и развернулся. Развернулся Шара. Асеня вышел на размен и берет раунд для команды Нави. 18-17 и... Да, были шансы. Так, ну что, смотрим за последним раундом допов. Возможно, либо победа Кирчнет, либо еще одна серия допов. Так что давайте смотреть. Бондик. Ой, Z1 взял АВП в атаке. Убивает Маркелова. Там была дуэль АВП, и Рома вышел из нее победителем. Может себе зарубку поставить. Убил Маркелова. С АВП перестрелял. Красавчик. Там Бондика, по-моему, хедал свой. Да, так неприятно. Ну что, в большинстве Кирчнет. Смотрим, Рома в ангаре. Достаточно закрыто с стали Нави, но что им еще делать? Они в меньшинстве зажались. Достаточно близко, но тем не менее. Кирчнет пока вот не знает, куда ему ходить. Z1 ушел в длинную. И, в принципе, это один из вариантов продолжения атаки. Пробовать вентиляцию занять. Времени не так много, 30 секунд всего лишь осталось. Нужно принимать какие-то действия. Шара убивает Сеню. Это может быть просто фатально. Ох, Зевс минус 2 делает, выбил плент. Зевс дает инфу, флеш прилетает. Зевс еще один хедшот. Зевс минус 3. Зевс своему хедшот еще. Ох, какой жесткий Зевс. И остается Z1 против троих. Ну и Старикс его убивает. Ну что, вторая серия допов. 18-18 счет. И смотрим. Ну что, на Нави, значит, поменяли сторонами. Нави в защите, Кирчнет в атаке. 18-18, вторая серия допов. Да, игра на самом деле получилась достаточно интересной. И обе команды не сдаются, и вроде бы Кирчнет могли побеждать, но вот Зевс просто затащил. Перед ним затащил Сеня, взял раунд, хорошо сыграл, и после этого... Затащил Зевс, уже размен, 4 в 4 ситуация. Смотрим, что делает. Маркелов убивает Шару. Эдвард минус крутой, остается последний блейд с 6 хп, нет, еще бондик есть, еще есть бондик. На самом деле хп не так много у всех, если бондика сейчас пропрет, то будут шансы. Ну, Эдвард минусует бондика, ну все, шансов уже нету. Этот раунд уходит в копилку Нави. ДТС 10-5 выигрывает ВП. Ну что, неплохо. Очень даже. Ну а у нас тут заруба очень серьезная. Это по-прежнему первая карта. Четвертьфинал Асуса и Нави. Пока выигрывают 19-18 во второй серии допов у Кирчнет. Но еще два раунда играть. Посмотрим, как оно будет. Игра достаточно равна. И обе команды... достойно друг друга, причем я не могу сказать, что Кирчнет, допустим, лучше играет Нюк, чем зафейлил Эдвард. Нюк лучше, чем Нави играет, абсолютно одинаково, и никаких особых тактик не было замечено лично мной. Каких-то уж очень лютых. Больше играют от ситуации, от личного скилла, разыгрывают после размена. И, ну, чаще всего это лучше получается у Нави, но Кирчнет тоже... берут раунды вот за счет каких-то индивидуальных действий. Там то Шара пропрется, то еще кто-то, то Блейд хорошо сыграет. Но опять же,
Посмотрим, вот как граната четко застряла в стене. Ничего себе. Зевс минус Шара, и кажется, что сейчас второй раунд-то уйдет в копилку Нави. Нави, кажется, понял, как нужно играть с Киричнет. Они просто держат свои точки, и каждый делает свои минуса. Но пока тяжело. Тяжело Киричнет. Хотя, смотрите, Бондик с крутым делает по минусу. А, пошел выход налево. Тут Старикс в упоре стоит и готов принимать. Старикс минус один. Бонник уже достает дигл, начинает валить с дигла. И крутой если 1 в 2. Старикс также не сдвинулся с места, делает еще один фраг. Сейчас становится 19-12. 19-19. Так бы я сказал. А, Бондик там 22 у него было, и сейчас 24. В общем, я уже сбился со счета, сколько у Бондика. Такое. Дам победителю, кто ближе всех назвал цифру, тому дам VIP, потому что сам сбился со счета, и там может быть погрешности. Ох, Блейд хорошо подрезал Сеню, Сеня не ожидал такого. Но, ой, я не, там, не тем раунд дал-то. Сейчас, подождите. 20 у Нави, 18 у Киричнет. Старикс минус Шара. Ну, нужно Киричнет брать хотя бы один раунд, иначе шансов тут каковых не будет. Старикс, Эдвард. Ну, все. Остается последний Блейд и Крутой. Минус от Крутого. Ну, 2 в 3 в меньшинстве. Зевс 15 хп. Готов принимать. Ну, уходят вниз игроки Киричнет. Бомба у них. Где Марик? Маркелов убивает Крутого. Остается последний Блейд. 10 хлсов. Ну и Старик с вентиляцией закидывает гранаты. Ну и Старикс выходит, убивает Блейда. Тут Блейд делал, в принципе, все правильно, что ему еще оставалось, но вот топнул, прыгнул и... И все. Ну, 21 раунд у Нави, 18 по-прежнему у Киричнет, и у Нави есть 3 матчпоинта. Какой-то из них с большой вероятностью, большой долей вероятности сыграет. Ну, посмотрим, что там получится. Да, были шансы у Киричнет выиграть, да, они, в принципе, сейчас есть, но вот так был реальный шанс, когда Зевс дал минус 3, вот просто с позиции с желтого его никто не прочекал, не смогли убить, и это зарешало во многом, я уверен. Если бы не Зевс, раунд бы брался. Ну ладно, давайте смотреть. Киричнет нужно брать 3 раунда подряд, ни одного не отдавать. Сейчас увидим, насколько им это удастся. Я хотел посмотреть, что у Z1, он с кольтом был. Ну что, пока холдят. Нави тоже ничего не предпринимает. Обычный холд, нет никаких-то там расстановок жестких. Чего-то просто вот халдят, пока простреливают. Сейчас группируются, вот Нави втроем будут пробивать улицу. Там один Шара, закидывают его гранатами. И сразу оттягиваются на ноль. Смотрим, что будут делать дальше. Будут выходить на ап. Нужно включать Бондика. Включаю Бондика, раскидываются гранаты. Бондик готов принимать, летят флешки, Бондик отворачивается. Ух, да куда ж выход пойдет? Вот это интересно, Нави сделали, раскинули ап, вышли налево, убили сразу Романа. Минус от Бондика, минус от Крутого, Маркелов разменивает, ситуация 3 в 3. Ставится бомба, там перестрелки с вентиляцией, дают дэмэджа друг другу. Блейд убивает Старикса, в большинстве уже находится Киричнет, и там Зевс. Если сейчас убивает Шару, убивает 2 в 2,
Ситуация достаточно равная, я даже сказал бы, у Нави преимущество есть в позиции, так точно. И, ну, смотрите, Бондик убивает Зевса, остается Маркелов 1.30 хп. Знает, где он находится, его контролят и спокойно дефузится плент. Бомбу раздефузили, и Бондик еще убивает Маркелова. Бондик минус 3, того там 27, по-моему, уже, или 28, 27. Ну что, 19 раундов у Кирчнет. Ну что, два раунда подряд осталось взять, Кнет. Два из двух нужно. У Нави почти получилось, сделали все очень интересно. Интересный раунд прошел. Но вот не удалось удержать плент. Ну, Рома делает первый минус. Первый фраг за Кнет. В меньшинстве Нави, теперь им нужно где-то разменяться. Где-то добыть. Если не большинство, то вот хотя бы размен равный. Крутое дело, тем временем еще один фраг. Ну, 3 в 5 остаются игроки на Тус Винсер. Смотрим, что получится. Старикс уходит на улицу, Маркелов. Старикс пойдет прошивать или, может быть, по улице. Смотрим, что будет дальше. Старикс на улице двое. Просто на скалу Эдвард запрыгнуть или что ж, не получается. Старикс тем временем минусует шару. 3 в 4, уже играбельная ситуация для команды Нави. И смотрим. Старикс проходит под девятку, там Блейд контролит. Минус от Z1, убили Эдварда. Маркелов минусует Рому. Ну и Марик остается один против троих. Нет, там еще Старикс, 2 в 3 они остаются. 2 в 3, Маркелов убивает Бондика, 2 в 2 ситуация. И сейчас, если Блейд минуснет Старикса, то, в принципе, играем. Блейд минусует Маркелова и знает, где Старикс. Ну все, 5 секунд до конца, у Старикса нету шансов. Блейд ему ставит еще и хедшот. Ну и что, 21-20, один матчпоинт остался у Натус Винсер, уже 2 отыграли. Ну и что, даешь третью серию допов. О боже, тут яд просто. Ну что, смотрим. Возможно, за последним раундом, может быть, еще одна серия допов будет. Ну, в меньшинстве, минус еще от Крутого, убивает Зевса, проходит по улице, минус от Бондика, и это допы, ой-ой-ой. ...28 у Бондика, и Маркелов остается один. Ну и Рома его минусует, 21-21. Еще одна серия допов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, еще не габело, ребят. Расскажите, как там Кирчнет давит Нави. Да они друг друга по очереди давят, поэтому рассказывать особо не о чем. Давайте смотреть лучше. Нави опять на нуле в пятером. Когда замутят какой-нибудь фаст, просто выбегут в пятером налево в аркаду. Что-нибудь такое, все халдят. Ну, 4-4 уже ситуация, в пользу Нави. Они лучше разыгрывают после размена. Подобные фишки. Крутой прошивает Зевса, минус от Бондика. Вот теперь проблема уже у Нави, они остаются 2 в 4. Но, тем не менее, у них есть шансы. У кого, у Нави они точно есть после такого. Видите, Старик сделает минус. Сейчас Эдвард еще может убить девятку, и тогда вообще все будет очень нехорошо для Кирчнет. Бомба лежит. 50 секунд до конца. Ну и смотрим, что делает Кнет. Блейд уходит. Ох, Эдвард взрывает Бондика. Теперь ситуация 2 в 2.
Забирается бомба. Эдвард минусует крутого. Ох, Блэйд остается один против двоих. Выходит Блэйд. 6 кп. 6 кп у Эдварда. Блэйд стреляется. Эдвард ставит еще один хедшот. И это 22-21. Нави берут еще один раунд. Ого. Ну да. Два в четыре взяли раунд игроки команды Нави, и ну вот, вот он уровень. Он виден, вот брать такие раунды, это уровень. Ребята, ну... Давайте смотреть, вроде неплохо все кирочно делали, но до конца не довели дело. Минус от Блэйда. Сеня, размен. Маршал, размен. Ситуация 3 в 3. Сеня протолкнул. Убивает Рому в вентиляции. Ставит бомбу по 11 хп у Зевса и у Сени. Ну, вот смотрим, если сейчас Шара... Ох, Шару наказывает. Блэйд остается один против двоих. Сеня красный, Старикс. С нормальным количеством хп. Ну, у Блэйда шансов очень мало. Нужно убить Старикса. Убивает Сеню. 1-1 против Старикса. Нет. Блэйду не удается. Он убивает таки Старикса, но раунд не берет. 22-23-21. И Нави берут опять два раунда подряд. Опять будет 3-0 счет, то это будет вообще эпик. Ну что, идут вчетвером по улице. Маркелов, Сеня делают по минусу. Уже 5-3 остается Нави. И Керичнет шансов практически нету в этом раунде. Хотя, может, кто-то пропрется. Смотрим, Блэйд рядом. Нет, возвращается. Где-то Роман у нас поджал. Ну что, Нави возвращаются в ноль. Смотрим за Z1. Ну что, пойдет. Ох, выходит размен, не самая лучшая ситуация для Киричнет, если бы Рома убил двоих, еще были шансы. Так, Эдвард минусует Блэйд, остается последний бондик против всех, против четверых, ну, спалили его. Бондик делает минус, остается один против троих. Простреливает, ну, не убивает, Маркел 31 хп остался, ну. Бондик 1-2 остается, ну что, интересно, но нет, Старикс минусует. Это 24-21. Что, еще одна серия допов? Конечная, да. Станция конечная. Но нет, в прошлый раз Киричнет взяли 3 подряд. Почему сейчас не могут взять? Ну, посмотрим. У Нави очередные 3 матчпоинта. Уже достаточно затянулась игра, и если Киричнет еще раз потащит, то, ну, будет вообще какой-то мега камбэк, что ли. Два раза отыгрывать по 3 матчпоинта, это, конечно, очень жестко. Ну, смотрим, выходят налево, там Старикс, там Эдвард. Эдвард отогнали флешкой, дали в жбан Стариксу. Сережа уходит, Эдвард остается на месте. Ну, смотрим. А, Шар опять прошел по улице. Там Маркелов, там Сеня. Шара, если хотя бы разменяется, будет неплохо. На самом деле, ему будет тяжело это сделать, мне кажется. Хотя, смотрите. Обходит. О, Шар-то как Маркелова не убил. А должен был. Маркелова 6 хп осталось. И теперь Киричнет будет очень тяжело.
Очень тяжело. Потеряли они в меньшинстве. Кому-то еще попали в голову. Маркелов делает минус. Выходит крутой налево. Тут где-то должен быть Эдвард. Вот Эдвард показал себя. Минус от Ромы. Еще минус от Ромы. 2 в 3. Меньшинстве Киричнет. Но тем не менее. Ситуация играбельная. 26 секунд осталось до конца. Маркелов красный. Зевс уже в вентиляции. Ну, смотрим. А, Зевс с другой стороны. Будет выходить в короткую. Посмотрите, что делает Киричнет. Киричнет уходит на... А где Маркелов? Ох, Маркелов таки высунулся. Убивает его Блейд. 6 секунд до конца. Мама поставлена. 2 в 2. Убивает, взрывает Блейда. 14 хп у Рома. И он один против двоих. Ну что, Роман. У Ромы шансов нет, на самом деле. Его сейчас просто разменяют. Выходит Зевс, убивает. Это победа команды Na'Vi. 25-21. Очень жесткий матч. Очень жесткий. И лютая заруба была, но Na'Vi оказались сильнее. Недаром они четырехкратные чемпионы мира и победители прошлого Asus. Жесть. Ну и что? Ждем, у нас сейчас будет карта The Dust 2 вторая.